No. Мистер Айронс. Так. Ну, говорю, случайно получилось. То есть написали вроде бы... Ща пройдут. Да блин. Ладно, сейчас еще ждем. Так, сейчас этот улетит. Смотрите, вот сейчас еще раз смотрим. Два врага на балконе, это я слышу. Так, крюком. А как крюком-то, я не пойму немного. Как там свистеть нужно? К убийству крюком. Блин, слушай, неохота лажать. А, может пометить? Ой, блин. Давайте сейчас подождем, пока... Вот тот вот, он уйдет куда-то там далеко, да? А, и значит, попробуем. Давай, уходи. Ну. Почему этого нельзя, ё-моё? Твой дивизий. Чё делать? Чё за фигня, блин? Офигеть. Чё ж я такой лажовый-то? Непонятно немного. Чё за фигня? Куда там идти? Ты мне хотя бы... Так. Смотрите, если я иду, я по сути дела правильно иду, потому что, значит, мне говорят, куда прятаться-то, ёптовую, не понимаю ни хрена. Твою дивизию куда идти? Напряженка капец какая. Ой-ой-ой, ой-ой, дрон.
Блин, я что-то какое-то место беспалевное выбрал. Где все светится. Ого. Ну все, нормально, что я хочу сказать. Круто. Это его стол. Начали. Начали. Давай начнем. Это его стол. Начали. Ты же говорил, что ты тут ерунду. Я что-то нашел. Блин, бери все. Зачем убираться, если можно просто замочить их и все? Это я перезаряд прокачал или почему так быстро? Бич, за мной. По моему сигналу. Блин, ёпта! А чё за херня? Чуть-чуть же вылез, блин. За мной. По моему сигналу. Пошел. Да, так тяжело держаться долго. Был бы забавней, а если бы там не за чего было зацепиться. Что случилось? Почему так мутно? Готовы? Пошли. Блин, ты где, ёп? Твою дивизию. У тебя же есть невидимый костюмчик. Так что давай, нормально. Если гости увидят, что в этом контейнере, у нас будут большие проблемы, доктор. Мы спешим изо всех сил. Мотикова термически нестабильна. Она очень нестойкая. Ваша забота меня очень трогает. Я не смогу выполнить свое обещание, если вы преждевременно раскроете свои цели. Спокойно, Денуа. Ваши деньги уже в банке. Все остальные мы справимся с вами. Давай. Лади их быстро. Кого? Кого? А, все. Жучок, хрена жучара прям огромный какой-то. Блин, а если бы воды там не было?
Эх. Блин, круто, чё? Блин, 0 очков опять. Немного не понимаю, как их добыть. Может быть... Честно, не знаю. Может быть, нужно... значит... Ладно. Сейчас загрузочку, наверное, пройти. О, все. Это Страж 2-3. Радару удалось захватить цель. Вас понял, 2-3. Пандора уже у нас на прицеле. Да не лагай, тихо ты. Точка назначения — воздушная база Рио-Галегас. Если Айронс хочет нанести удар в этом полушарии, это идеальное место, чтобы начать. Есть один вариант — перехватить Пандору в международном воздушном пространстве и заставить сесть. Координаты для встречи в воздухе высылаю. Понял вас. Команда надевает костюмы. Это... Ну, ё-моё, чё такое, а? Ты на не... хватит прятаться в тени. Да харе уже, а? Ну чё ж ты виснешь-то? Загрузка быстрее стала идти, кстати. Крушение Арктика. Антарктика, точнее. Что-то типа новой главы. Это что, них? Ваша основная цель — груз. Добудьте его любой ценой. А, мы типа за самолетом, а как, почему? Чё так долго летели? За ранцами, что ли? Немного непонятно, почему так долго. А, я типа не управляю, да? Чё это было сейчас? А, он как-то перелетел странно. Как ты держишься, чувак? Блин, ну парашюты на такие случаи. А, ну да, у вас же ранцы эти. Ну все, сейчас мясо мы начнется. Махач. Эх, понеслась горячка. Кто там? Группа захвата взорвала задний люк и берет груз. Всем отрядам на подходе ГБР Атласа. Ваша позиция приближается, спускаемый танк. Страж-2, срочно перебрось груз. Они пунктуальны, надо признать. На 12 часов! О, наконец-то сильный прыжок мне дали. Так, а что тут у нас? Сенсор, давай. Так, вот это. Смарт. Давай, смарт, почему нет? Что ж ты делаешь-то, не понимаю. Давай, вот так. Еще давай, смарт. Классная пушка, дайте мне такую потом. Я их там
что делать? Ловите, блин. Куда ты полетела, ёп? Так, это наш, вот тот не наш, где-то еще. Вот эти вот тоже не наши. Круто, вообще, зима, зашибись. Давай, вон туда еще. Все, нету. То есть сенсор, свет и Эми. Давайте сенсор киданем. Извиняюсь. Не простреливается, да? Штурмуем вообще зашибенно просто. Удовольствие, сир. Типа бронированный, да, самолет? Ё-моё. Людей минусуем. А что делать-то? Как мы против? Эй! А, это скриптом, наверное, да? Офигеть, как низко. Но этого следовало ожидать. Так. Твою мать. Слишком глубоко забрались. Нужно найти путь к грузу. Похоже, тут есть проход. Да. Ладно. Давай. Че, сейчас все тут растает нахрен, и мы тут поплывем просто. Да, конечно, это неправда, это я так. Ой, я тоже такую штуку помню, сжег. Да, классная вещь, яркая. Минус 20 градусов, что ли? Не пойму, у него на рукаве. Почему минуса нет? Так, а почему у меня, подождите, по звуку у меня не слышно людей? Как он нас не видит, не понимаю. Круто. Нормально. А, нормально. Так что... Вот так сделаем. И дальше. Чё...
Эхо, что ли, я не пойму. Не останавливаемся. Блин, тут вообще скользко свалиться, это... Смотри, куда стреляешь! Его двух приселятся! Я жеф нажимал. Ё-моё. Да. О, нет. Крюком цепляйся, блин. Где твой крюк-то? Капелька такая. Так, ну что? Сохранение.